Светлана Трутнева занялась садоводством 5 лет назад, и на ее участке классический набор дачника – грядки и теплицы с помидорами, перцами, огурцами и луком. Несмотря на то, что лето в этом году погоды особо не балует, урожай Светлану не разочаровал. Женщина уверена, если вкладывать душу в садовые работы, результат всегда будет радовать. Мне все очень радует. Теплица у нас второй год только, сажаем первый. Все, урожай удался, и помидоры, и огурцы. Помидоры даже есть большие, которые ветки не выдерживают. Пришлось их снять зелеными. Все пышет, вроде все растет. Не только для урожая, но и для души нужна дача, считает Светлана. И украшает свой участок кустовыми цветами. Одних только роз здесь 6 сортов. Есть и редкие растения, которые удивляют соседей. Например, цветок аква. Она у меня уникальная, ни у кого еще не встречала, еще никто не слышал, что за роза. Красивым цветам красивое оформление решили супруги-дачники и устроили грядки на своем участке в форме солнца. На работу ушло более 2 лет. Переживаю за каждый кустик, за каждый там луковичку, прям до слез. А так и красиво, конечно, вечером выйти, вот, например, все горит, все сияет, красота и замечательный интерьер тоже. Еще не закончился дачный сезон, а Светлана уже строит планы на следующий год. Участок украсит черные, голубые, желтые розы, а в саду появится беседка и баня. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.